Всем привет! Две посылочки пришло. Давайте посмотрим, что у нас у них. Опа-на! Это пришла наша кнопочка. Она, по-моему, больше. Ну-ка, секунду, подождите. Так, нифига. Хотя. Аквара. Да нет, вообще вылитая такая же. Но я пока не вижу разницы. Ну, такое ощущение, что прям. Да нет, точно такая же. Не перепутать, какая была, какая нет. Значит, ситуация следующая. Вот это, видимо, старая кнопка. Где-то надпись была. А сейчас вот нету. На картинке есть надпись, здесь нету. Надпись с левой стороны. Ладно. Значит, посмотрим. Это была кнопка, это пришедшая. Нет, вот смотрите, то есть старая моя кнопка, которая я, можно было батарейку вставить и крутнуть, а я что-то вставил какую-то монету не очень хорошую и покорябал. Так, это старая получается, это новая. Еще раз смотрим. Прямо так и хочется сказать, что больше. Ну, нет, конечно, обман зрения. Значит, рассказываю, что эта кнопка делает. Вот эта кнопка имеет однократное нажатие. Это обыкновенный беспроводной выключатель, который вы можете закрепить, где вы хотите. Вы можете его не закреплять, вы можете его таскать по квартире там, или в кармане любимого халата или любимой там, рубашки. Работает это так. Нажал. Свет включился. Допустим, эта кнопка запрограммирована на туалет. Один раз нажал, в туалете включилось на 3 минуты. Два раза нажал, в туалете включилось на 5 минут. Все, больше функционала эта кнопка не имеет. Это от Агара. А от Mi, Xiaomi, имеет такой функционал. Один раз нажал, включилось. Два раза нажал, включилось то-то. Еще есть долгое удержание для того, чтобы включилось еще что-то. Эта же кнопка имеет однократное нажатие, двукратное нажатие, долгое удержание, по-моему, так. И еще имеет, как сказать, акселерометр. То есть, если ее там потрясти, пошевелить или еще что-то, она должна сработать. Ну, что-то должно сработать. То есть, ее можно использовать в виде, ну, не знаю, там, охраны. Там, допустим, положили вот на эту кнопку. И если кто-то возьмет кнопку, то она должна сработать. Но это мои предположения. Мы ее подключим, и после этого я все вам покажу. То есть, это новое. Откладываем. Теперь еще следующая посылочка пришла. Ты-ды-ды-дын. Это у нас с тремя проводами вентиль. Этот вентиль пока один. Почему? Потому что что-то Banggood там накосячил, не дошла посылка, мне пришлось выписывать еще раз. Ну, не выписывать еще раз, они отправят еще раз. То есть 1,5-дюймовый, есть разные по дюймам, можно на... Значит, куда пойдет этот вентиль, сразу расскажу. Значит, этот вентиль пойдет на... Один на холодную воду, другой на горячую воду. Будет работать с розетками либо ZigBee розетка,
либо Wi-Fi розетка. Если вы видите, они отличаются, ну, буквально там 44 39 44 на 5 миллиметров, да. Эта розетка работает обязательно с этим шлюзом. Эта розетка может работать самостоятельно. Так что смотрите, это ZigBee, это Wi-Fi розетка. Итак, перейдем. Будет работать следующим образом. Когда я ставлю на сигнализацию, я нажимаю на кнопку. Уходя из квартиры, ставлю на сигнализацию. Теперь по нажатию этой кнопки будет включаться не только сигнализация и выключаться во всей квартире свет, если я где-то забыл, но еще и будут перекрываться вентиля. Вентиля будут перекрываться на горячей и на холодной воде. Вот так эти вентиля выглядят. То есть, если вам не нравится это умно, что-то электрическое, вы боитесь электричества, вы можете использовать вентиль обыкновенно. Можете открыть его, закрыть. Вот так вот. Вот так вот. Ну, короче, вот. Все действует. Ну, естественно, нужна розетка. То есть, будет проведено электричество к вентилям поближе, и все будет работать. Все схематично покажу позже. Ну а для наглядности можете посмотреть. Здесь есть схема. Стерто. Есть 12 вольтовые, есть 24 вольтовые. Так что смотрите, когда покупаете. А цена его примерно на Бенгуде 800 рублей. Ну, то есть, вот получается 800 рублей это, примерно от 800 до там 900. Ну, я, допустим, покупал за 600 со скидкой с помощью купонов на Гербесте. Кстати, купоны мы распространяем в группах. Группы в Фейсбуке, группа ВКонтакте, в Инстаграм и в Телеграм-канале. Кого интересует, ссылки в описании. Так, ну что, теперь подключим нашу кнопочку. А по поводу этого, ну, скорее всего, будет отдельное видео, потому что, ну, точно не сегодня этим займусь, пока некогда. Ну, будет обязательно. Может быть, подожду второй вентиль и после этого подключу. Итак, не забывайте, какие розетки вы используете. Это ZigBee, более узкая, и Wi-Fi розетка. Это работает обязательно со шлюзом. Это работает без шлюза. Все, пока. Пауза. Итак, продолжаем. Подключаем кнопочку. Лучше всего подключаться так. Открываем шлюз. Открываем. Ну, вы видите, да? Ну, давайте быстренько покажу. Значит, у меня примерно 39 устройств. Ну, и у жены чуть-чуть поменьше. Так, ладно. Устройство. Добавить. О, а как я узнаю, какая кнопка из этих? Так. Это интересно. Так. Ну, здесь я кнопки не вижу. Да. Ой, какой ужас. Так, ну что, я возьму тогда
нажму кнопочку. И долгое удержание сделали. Моргает синенький. Не знаю, больше там. Ага, что-то поймал. Подключено. Так, я пока не знаю, куда мы будем ее использовать. Ну, давайте, наверное, все-таки на спальничку. Кнопок такое огромное количество, что только в спальне нет. Оставлю я название Агара. Составить сценарий. Так. Все не так. Вопросы и ответы. Какие вопросы и ответы? Нет. А, ну это, видимо, я техподдержки могу задавать. Тайм-зону давайте выставим. Нас плюс 7 устраивает. Красноярск, либо Бангкок. Так, теперь... А, еще надо перед сценариями надо зайти в шлюз. Кстати, Москва. Нет, что-то я тут не вижу. Вообще было такое, что... Нет. Ладно. Тогда мы идем, пляшем вот это. Вот они все сценарии. Кстати, можете посмотреть, какие сколько сценарии. Я обязательно запишу видео, какие сценарии, что у меня действует. Вот эти красные знаки обозначают, что либо не в сети устройство, либо ну, отсутствует. Ну, то есть вот так вот. Так, добавить сценарий. Нет, я хочу конкретно от кнопки плясать. Включатели. 6 кнопок. Нет журнала. Так, это журнал. Так, что за тема? Все. Вот, одно нажатие. Подтянулось, раньше не было, вот, когда только что заходил. Посмотрите, есть одно нажатие, есть двойное нажатие, продолжительное нажатие. И потрясите. Вот, кстати, давайте начнем с потрясите. Что случится? Ну, ближнее, что у меня есть. Я включу лампочку Philips. Philips. Весь день. Применить. Спальня, потрясите Philips.
Можно чуть-чуть стереть эти иероглифы. Можно отправить на телефон. Кстати, убираю. Не нравится мне по выполнению сценариев этих. Надо еще, чтобы сценарий подтянулся на шлюз. Чтобы на шлюзе все было. Есть лампочки, есть, все есть, да? Ладно. Зелененьким отмечены те, которые нужно, чтобы были видны вот, на лицевой, ну, часто используемые. А я сюда ставлю только те, которыми можно управлять, которые мне интересны. Ну что, попробуем кнопочку, пытаясь... А, сейчас свет потрясти. Не знаю, пока никак. Да ну. Так, ладно. Идем дальше. Теперь будет одно нажатие. Одно нажатие. Что мы можем включить? Кстати, выключить Mi Box. А, убавить звук, добавить звук, выключить. А вот это что? Перевожу, я уже показывал вам как, с помощью транслитера. Так, ставлю сюда, применить, одно касание, Mi Box. Так, Mi Box у меня включен, ну попробую одно касание. Оп, уведомление пришло. А, нет, это почта пришла. Еще раз одно касание. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, Mi Box. Тогда мы выключить. Применить. Обновляем. Пробуем. Одно касание. Вот такое ощущение, что на шлюзе нету еще этого сценария, и он не действует. Ну, самое главное, что вы поняли, да? Есть одно касание, двойное нажатие, продолжительное нажатие и потрясите. Я сделаю скриншот. Так, позже, как все работает, я вам покажу. Ну, после того, как подтянутся сценарии. Сейчас пока ничего не видно. На этом пока это видео заканчивается. Итак, следующие сценарии у меня получились. Раз мы в спальне поставили эту кнопку, то будет так работать. Двойное нажатие будет выключать... На телевизоре будет делать без звука. Одно нажатие будет ставить паузу воспроизведения на Mi Box 4. Потрясите. А, кстати, трясти. Ну, получается, что трясти, в общем-то... Вы получили сообщение от почты. Трясти нужно, в общем-то, не... Не просто так взял в руки и все. Вот, допустим, она сейчас лежала, я ее взял в руки, ничего не произошло. А вот действительно, вот такое раз, встрясывание.
Прочти Михом, пишет, 15 часов 26 минут в спальне потрясите Philips E14 выкл ВКЛ. Ну, то есть вот такое, чуть-чуть в руке как бы, раз-раз, потряс, все, это будет включаться свет. Ну, он, кстати, будет также включаться, также и выключаться, потому что я сделал, что включается, что выключается. Прочти Михом, пишет, 15 часов 26 минут в спальне потрясите Philips E14 выкл ВКЛ. Так, давайте тогда уведомление уберем. Уведомление о... И обратите внимание, значит, ну, во-первых, уведомление убираем, отключаем. И режим работы LAN. То есть для этой кнопки интернет не нужен. То есть даже если интернета не будет, то все будет работать. Все, уведомления больше приходить не будут. И последнее у нас получается продолжительное нажатие. Будет выключать свет, ночничок, будет выключать телевизор и будет выключать Mi Box. К сожалению, Mi Box включить нельзя. Не нашел я такого способа, если кто-то знает, можете подсказать. Пытался и инфракрасный порт, в смысле инфракрасный пульт купить для Mi Box, но Mi Box 4 его не поддерживает. Да, к сожалению. Вот, ну, можно еще журнальчик показать, посмотреть, то есть вот такие происходили, пока я тренировался. Можно удалить его. Все удалилось. Кнопочка хорошая, мне понравилась. Будем еще такие выписывать. Ну, как обычно, ссылки под видео. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Делитесь видео в социальных сетях. Как один мой подписчик благодарил меня за то, что ему там удалось найти свой Mi Band с помощью... Ну, видео у меня есть такое, как найти Mi Band. Он поблагодарил, все, я ему пишу. Ну, ладно, рассказывайте друзьям, делитесь с друзьями. Он говорит, а он пишет, да, у меня у брата такой же Mi Band. Я ему обязательно расскажу. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Все, ладно, на этом спасибо. Всем пока.